Всем привет! С вами канал Артмания. У нас наступил следующий день. Звезды я вчера не получила заснять вам. Все головастики попрятались там. Там один такой огромный. У нас время уже 11 час. Я тут кофе пить сейчас буду. Скажи, здравствуйте. Здрасте. Подписчики. Здрасте. Ну, аккуратнее, что ли. Близко-то так не надо. А то засниму твою задницу сейчас. Сейчас скажут, какая у него задница классная. Иди кофе пей, сейчас тренируйся, будем кушать. А только что покушаем с тобой сегодня. Че? А что ты хочешь? А что есть? Рассказывай. Так, подожди, холодильник переставим, ладно? Мы можем, смотри, там есть жаркое мясо. А что мы вчера ели? Ты не можем. Ой, здесь. Ну, кусочки мяса так хватит. Готов. Можем их скушать с хлебом. Вот, потом. Ну ладно, я загляну, посмотрю. Вот, можем. Вот икорка есть, но масла нет. Надо масло будет купить. Ну, тогда икру потом. С маслом. Потом, да. Ладно, посмотрим, бутерброды сделаем. Там колбаска есть, окорок есть. А вечером шашлык. Поедим, отдохнем, а потом на нудистский выключи. Это не для подписчиков. Выключи. А потом пойдем на нудистский пляж. Ой, сотри. Гимнастика, да? Спорт. Бодибилдинг. Бодибилдер. Кто-то пригласил меня на завтрак. А, ты его так поделил? А я думала, это два достал. Отрезай и с хлебом ешь. А тут мясо тоже с хлебом. Котлеты уже там. Тоже с хлебом. Лучок. Что еще? Лук, сок сейчас остался лук. Где? Кто? Вот он наш нож, путешественник. Сейчас мне Женька нарежет. Так, тоже нож несешь. Ты мне попить-то налил? Там мне вилка есть. Не, ну ты поухаживай за Натуськой должен. А, это в том кувшинчике, что ли? Кто-то еще хочет занять мое место, я смотрю. Стакан тут мне свой поставил. Зачем-то. О, какая красота. Здесь, смотрите. Идем мы на озеро. Ой. На речку. Тут классно тоже. На речку идем купаться. Да? Я, а ты знаешь, я вчера где читал? Где? Я читал на улице. На этой, угу. Как на кресле-качалке. А я включил фонарик и засунул ее в горшок с петунией. С петуньей. А, в горшок. А горшок с петуньей как раз, с говном как раз горшок. За моей головой. И мне фонарик светит. И я прям читал на так улице. Так ты разве не свет включил, который я обычный? Я свет тоже включил. А-а-а. Но он там лампой пытался вернуть на сторону, а никак не поворачивается. Я как бы свет оставил, фонарик включил. И прям читал, лежал, у меня прям светит. Я вот сегодня зарядил, опять буду фонарик читать там лежа. Какие леса красивые. И дорожка раздвоняется. Одна направо идет, а другая налево. Как там? Помнишь, как там в этой сказке? Пойдешь направо, песнь заводишь, налево сказку говоришь. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Слушай, что-то он еще больше от горы стал. Офигеть, смотрите, какая гора. В прошлом году мы по ней ходили. Тут это зимой хорошо с горки кататься. Да, на самом деле. Да.
Если в дерево, конечно, тут не летишь. Тыщ! Туда будет их. А чё? Нет. Льдом не покрылось, что ли? Ну, видишь, нет, расплаваешь. Ага, ну да, да, точно. Я помню, как я тебя на Воронежских озерах старался катить так, чтобы ты потом на том берегу как бы на гору заехал. А ты чуть-чуть. А, ну, да. И упадешь на спину. Ну да, но потому что сзади санки были, там было сзади это неровное, допустим, как у старых санок, то есть 80-х годов, которые 90-х, а там было подкручено как кверху, и поэтому я все время падала. Там, смотри, как классно. Красиво как. Там был. И человек идет. А, ну значит там люди. Ну вот. Ты же обещал мне, что там нудистский пляж. Постесняюсь. У меня эти трусы из жирка, что ли? Не знаю. А ты мне это на камеру говоришь? Ой. Там что-то подальше. Это дырявые. В смысле подальше? Такую жару там все-таки тут купаться. Что, можно еще дальше уйти? Да посмотрим сейчас. А вот там он дорожка тоже. Ну, тут на пляж. О, здесь пляж. Значит, что-то есть. Может, пройти где-то есть? Где никого нет. Ну, смотри, что-то. Гора какая-то. Ну, да, есть. А, это песок, ну, что привезли? С собой на песочку здесь постели. Ну, да, там народ. С собачкой. Здесь вот. Может, туда вот подальше пройти? Я хотел позагорать. Давай. Ну, а что здесь? Целый день загораешь. Ну, там солнце не зайдет. Вот прямо за воды, да? К сожалению, пляж оказался не нудистский. Ну вот. Женька. Давай, уже снимаю. Только не надо ко мне так близко подходить. А он не кусается. Вот его прям напротив. Вот прям вот так вот держи. Откуда ты знаешь, что он там не кусается? Ну, он кусается, еще уже что-то наловил из детства их лавы. Ну, держи его просто. Если ему мордашку. Ты, блин. Вай-фай. А он ядовитый? Это уж. А уж вчера... маленький. Просто вчера тут тоже плавал. Ну, вот а, одного и поймался. Ты его держи вот так. Давай. Ну его там не видать. Не-не-не, он выплывает. Нет, я не вообще всех боюсь. И чё, где он? Я ничего не хочу, просто боюсь, хочу даже хотеть. А, вон он пополз. На этот берег детям показал. Потом, папа. А, вон он, сейчас он на этот берег. Это вы уже поняли. Боится. А я думал, тип ручной выш, смотри, не отпускай. Нет, я думал, она говорит, смотри, не отпускай. Я думал, это выш, ее ручной свой. Собственно. Идем обратно. Вода была теплая. А ты же бегать не умеешь. Как ты побежишь-то? Ну, тут на машине даже приехал. Надо же, река, кинель.
А вода теплая. Первый раз такое. Что как красиво-то здесь. Елочки, там шишки какие. Классные. Машина длинная такая. Volkswagen. Passat. Сейчас тележку разломали, что ли, там на колеса стоят. Не знаю, колесные сняли. Ага, помню, тут стоит будка телефонная. А горка вон еще появилась. А я думал, ее натуалом снял. Ну, снова. Я тебе говорил, отойди. Подожди, сейчас она осядет немножко. Что-то прям как-то совсем ужасно. Все очень плохо. Тут какая красота. Это у нас какая деревня? Степан Разин? Да, с этой женщиной общался. Какой? Виктор, с этой собачкой. Нет, отец мой. Они что-то ходили. А, мы ходили с Филькой гулять сюда. И она с этой собачкой гуляла. Что-то они ловили, что-то ля-ля-ля-ля-ля. Тут детская площадка. Ба, горка-то какая. Да, помнишь, мы с ней как будто звонили. Ну, это да, должно еще. Сейчас машина выскочит на скорости. И пылища. Пылища, пылища. Поднялась опять. Тут даже кусты все грязные. Пыльные, пылища какая, столбом. А, никогда, по-моему, такого не было, что было прям все настолько плохо. Да? Да, коза? О, тут бедный шалфей, измученный, растет. Кстати, надо это, а мы на поле с тобой что, не пройдем? Шалфейку сорвать к чаю вечером. А то мне Женька вчера пригласил на чай-то. А мне пришлось в темноте идти чай искать. Давай в огород. Куплю чай. В огород пришлось чай идти искать. А там мышь выскочила из куста. Огромная. Чуть меня не утащила. Ой, кто-то тут еще. Чуть не утащила меня в свой дом. А тут камни, вон, смотри, видишь? Камни тут как-то идти попроще. И пыль опять. Все ездят и ездят. Дом не сидит совсем. Переулок первый. Переулок второй будет потом. Чуть не упал.